История любви этой пары началась в 2016 году. Однако вскоре он был осужден за убийство на 15 лет. Отсидел 4 года. Осталось еще 11 лет. Она все эти годы поддерживает его. Поэтому он твердо решил узаконить отношения с любимой. Она ответила согласием. В департаменте уголовно-исполнительной системы приветствуют такие пожелания заключенных. Браки, как правило, способствуют скорейшему исправлению осужденных. В прошлом году был заключен 31 брак. С начала года – 2. Сегодня вступили в законный брак в учреждении номер 60. Очень рады. Получили свидетельство. Спасибо сотрудникам ЗАГСа. У заключенных, которые вступили в брак, меняются взгляды на жизнь. Они стараются скорее выйти на свободу, стараются соблюдать дисциплину, закрыть долги и так далее. Есть и те, кто, сидя тут, обеспечивают свою семью, устраиваются на работу.